сделано не таким качеством, как все остальные, потому что у меня, ну, думаю, сами вы видите, что особо нет места, где снимать, но видео заканчивается все равно не буду. Они пока что тоже станут реже, и зачем, я думаю, все знают, но по слов про это я что-то хочу сказать. В общем, если так говорить, я сейчас нахожусь в Молдове, и думаю, многие вас знают, что я живу в Одессе. Мне там многие там написали, типа, как, есть всякое такое. Даже в комментариях, и если много поискать, кстати, это написали, я не знаю, что, но и на словах новых видео. Можете на это поискать, отдельную ссылку я оставлять не буду. Если говорить вот так, то Одесса находится где-то вот тут, я сейчас вот тут. И дальше у меня на план пойти уезжать. Я сейчас, возможно, скоро уеду в Турцию, но не жить, а просто остаться где-то на месяц. По поводу этого... В общем, смотрите, что я могу сказать. Ну, конечно, я думаю, все знают, что сейчас, ну, как бы, происходит в мире. То, что происходит, это слово назвать не хочу, потому что, ну, просто этого не хочется. Я могу сказать, что меня, ну, конечно, да, меня... Но поскольку я занимаюсь YouTube, у меня есть еще одна вещь. Это, наверное, связано с Ютубом, потому что там закрыли монетизацию в России. Но вот тут тоже поступили неправильно. И вот, ну, после такого даже я и пережил 14-й. Ну, поэтому, ну, как бы, с одной стороны, и правильно сделали. Но с другой, нет, из-за того, что самой на войне... Ладно, скажу уже. На самой на войне я и говорю, не хочу, я просто могу перейти на тему, что там запрещают, вообще, что у меня дальше будет с каналом, какие у меня на план. Этому времени я... В общем, сам Ютуб у них уже закрыли. А так еще добавился сайт Рутуб. Точнее, что? Или нет? Смотрим. Думаю, что. В общем, как бы, возможно, многие не придут туда. Ну, по идее, этот сайт я смогу открыть. Потому что на Украине он не запрещен, как бы. Но, с одной стороны, там люди такие непопулярные стать не смогут. Потому что очень многие смотрят из других стран, из Украины в том числе. И там, ну, просто, во-первых, будет монетизация, что вероятнее всего. И там не смогут зарабатывать, во-первых, стать еще такими популярными. Поэтому там будет все это хуже. Также там запретили Лего и... То есть, вот там, ну, больше не забыл. И в целом, сейчас очень многие умирают на канал. Но мой 100% пока остается. И я буду... Буду продолжать снимать видео. В общем, извините, что я так долго не выпускал видео. Ну, как бы я снял обновление по Пикселган. Также я еще сейчас не покажу. Так, ладно, я нашел монтировать это видео. Мы его сейчас смотрим, уже смонтируем. И я его напрягался для вас. Но даже я много получаю в таких... Как это сказать? В таких, не знаю, мир. Поэтому всем пока. И если я, в общем, куда-то еду, чтобы вероятнее всего, видео будет, потом оно будет... Отель. Значит, видео будет, если я еду, положу, набирайте всего, то еду. Поэтому всем, в общем, сел монтировать. Я хотел бы вам сказать про Хому. В общем, он живой, ну, как бы так, что все с ним хорошо. Видео я сейчас буду намонтировать, вставлю про него. Ну, в общем, давайте, всем пока.